Были проведены детальные осмотры, замеры, испытания и проверки судового оборудования. Все работы приняты экспертами Российского речного регистра. Кроме того, в доке модернизировали судовую электростанцию. Сейчас князь Владимир пришвартован в морском порту Новороссийска и готовится к швартовым и ходовым испытаниям. И только потом судно прибудет в Сочи. С 28 апреля по 10 мая на лайнере будут снимать кино. А регулярное круизное сообщение по маршруту Сочи, Новороссийск, Ялта, Севастополь начнется 12 мая.